Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии квалификационного матча к чемпионату мира сборная России, сборная Мальты. Вы в комментариях, друзья, пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, с каким счетом она завершится и кто победит, ну а позже мы узнаем, каким же результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться, ну и давайте начинать. Центра поля начинает сборная России. Поехали. Хороший черпачок на Смолова. Но он не успел к мячу. И в итоге будет угловой. Сразу же с первых минут сборная России принялась за дело. Пошла подача в штрафную. До удара снова дело не доходит. Но на подборе Черышев. Протаскивает сейчас мяч сам в штрафную. Черышев. А почему же не пробил? Классно качнул пару футболистов Мальты. Это Смолов, его удар по воротам и намертво забирает вратарь. Хороший заброс, Смолов. Снова не добирается до мяча, вскрикивают трибуны, подумав, что был 11-метровый нарушение, но нет. Арбитр так не считает, сборная России продолжает свою атаку. Перевод налево на Черышева. Попытка подачи в штрафную, мяч остается в поле. Кузяев, Самошников, еще одна подача. Смолов, скидка, удар по воротам, 1-0. Это, ребята, Захарян открывает счет на 19-й минуте. И сборная России выходит вперед. Неплохо разыграли. Хорошая получилась подача. Смолов выигрывает вверх, скидывает зрячину партнера, и тот вгоняет мяч в сетку. 25-я минута, Караваев, хорошая передача на Смолова, тот штрафной, но некому отдать передачу. Находит он снова Караваева. Караваев пока держит мяч на фланге, 28-я минута, по штрафную. И до удара дело не дошло. Ну а вот сейчас неплохо, Захарян проталкивал уже на Смолова, хотел тоже... Может быть, отдать голевую. Ну а в итоге контратака Мальты. Но здесь хорош Баринов в отборе. Два раза он ликвидировал опасность. И здесь еще и штрафной удар. По владению 70-30 в пользу сборной России. Ну, в принципе, по силам так и должно быть. Но нужно забивать еще. 1-0 это очень скользкий результат. Денис Черышев. Прокидывает мяч в центр, Баринов, Алексей Миранчук, удар по воротам, рикошет, и мяч снова достается голкиперу. Далер Кузяев, черпачок, Смолов, и как же не получилось здесь уцепиться за этот мяч, казалось бы, неплохо поймал на ногу, но сохранить для команды его не сумел. Одну минуту добавляет к первому тайму главный арбитр, и она, ребята, завершилась. Начинаются вторые 45 минут. Пока что сборная России по делу в нашем прогнозе выигрывает 1-0. Они больше создали моментов, они больше владеют мячом. Мальта лишь надеется на какие-то выходы через контратаку, на какие-то просто шансы. Но нужно забивать еще все-таки 1-0, повторюсь. Это довольно скользкий результат, который может в любой момент измениться. У нас 53-я минута, по-прежнему владение почти 70% у сборной России. Пошла подача с углового. Дойдет ли дело до удара? Здесь голкипер выносит мяч кулаком. Кузяев, Баринов, Алексей Миранчук на коротке разыгрывают. Ну а что дальше? А дальше тонкий пас на Смолова, передача, удар, и, ребята, 2-0. Это уже Далер Кузяев на 57-й минуте забивает второй гол сборной России. Хорошо разыграли, главное вот здесь не потеряли мяч. Миранчук находит Смолова, тот делает пас на Кузяева, и Кузяев с левой посылает мяч в дальний, 2-0. Хорошая передача на Смолова, здесь обыгрывает он несколько футболистов, пытается залететь в штрафную. Это Черышев. Передача в центр. Снова Кузяев. Не дают пробить. Но большая-большая паника сейчас у защитников сборной Мальты. Это Далер Кузяев. По штрафную. И еще один гол. Вот и Смолов. 3-0. 69-я минута. Пытались вынести мяч подальше. Но на подборе оказался Баринов. Здесь... Розыгрыш на коротке, Кузяев с левой заносит мяч
на линию вратарской и Смолов головой посылает третий мяч сборной России в ворота сборной Мальты. Смолов, классная передача на Черышева, тот штрафной, прострел, удар. И не забивает Миранчук. Далер Кузяев, еще один выстрел, и снова было опасно. 2 минуты добавил главный арбитр к окончанию этого матча. Мальта пыталась пойти в атаку. В итоге мяч выносят подальше, и, возможно, вот это последний момент. Пошла подача, удар по воротам, и все. В нашем прогнозе побеждает сборная России со счетом 3-0. Пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи, всем спасибо, всем пока.